Всем привет! Сейчас будем проверять баг от подписчика. По задумке этот баг достаточно полезный в игре. Это доставание стульев через дверь прямо. Так, давайте найдем такой стул. Там замок, не вариант. Кстати, в чем заключается баг? Давайте закроемся от соседа. Так, здесь открыто, да? Здесь закрыто. Здесь, скорее всего, у нас стул есть. Так вот, смотрите. Сейчас смотрим в замочную скважину. И далее нажимаем Escape. Сразу же. Потом просто нажимаем продолжить. И видите, мы на кнопки-то не нажимаем, а у нас замочная скважина есть. То есть мы сейчас можем на Е нажать. И вот стул взялся, и дверь открылась. Вот это да. Это легендарный баг, прикол. Давайте еще раз. Вот это баг. Этот баг получает оценку 10 из 10. Что может быть нужнее, доставать стулья через стены, через двери? Давайте у себя проверим дома. Так. Вот это да, берется. То же самое. Еще раз. Ну-ка, если самому без эскейпа. Не. Эскейп, потом опять на эскейп. Можем двигать. Ну-ка, если дверь откроем. Опять эскейп. И на Е. Вот такой баг интересный. Спасибо большое подписчику за найденный баг. Давайте попробуем еще остальные двери открыть. Так, это понятно. А, здесь вообще ничего нет. Там стул. Все везде открыто уже. Так, а если мы наоборот все сделаем? Посмотрим в эту сторону. А, мы также можем закрыться. Таким же способом обратная ситуация получается. Смотрите с другой стороны двери, жмете Escape, потом опять Escape и ставите стул перед дверью. Вот смотрите еще раз. Замочную скважину смотрим, Escape жмем, еще раз нажимаем. И не ставится. Видимо, только определенные стулья ставятся. В определенных местах. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
комментируйте. С вами был Топси, всем пока.